Слабый сигнал Wi-Fi? Роутеру сложно работать на полную мощность, если он оказался за глухой стеной, спрятан в шкафу или находится близко к полу. Или на его пути есть преграды в виде аквариума, или он стоит рядом с большим количеством электроприборов. Установите роутер в открытом месте, ближе к центру квартиры, на высоте более 1 метра, и вы сразу увидите, что сигнал Wi-Fi улучшился, а скорость интернета выросла. Ваш роутер способен на большее. Владлинк.